Премию в номинации «Профессор» получил Юрий Гафнер, доцент, доктор физико-математических наук, завкафедрой общей экспериментальной физики Хакасского госуниверситета. Под его руководством было проведено 19 научных проектов с объемом финансирования 12 миллионов рублей. Исследования относятся к новейшим направлениям в науке, нанофизике и компьютерному моделированию. Более того, Юрий Гафнер входит в пятерку наиболее цитируемых ученых Хакасии. Вторая премия досталась Оксане Килиной, профессору кафедры общепрофессиональных дисциплин ХГУ имени Катанова. Она совместно с коллегами усовершенствовала методы диагностики ряда заболеваний. Это тромбоэмболия легочной артерии и жировой гепатоз. Сама по себе болезнь не опасна, но очень часто выявляется как раз у людей с ожирением и приводит к повышению вероятности того, что у них разовьется ишемическая болезнь сердца и вытекающая дальше инсульт, инфаркт миокарда. В свою очередь научное сообщество обратилось к Виктору Зимину с предложением создать площадку, где разработки молодых ученых могли бы стать доступными для общественности и потенциальных инвесторов. Предложение было одобрено. Поддержка и развитие науки в Хакасии остается одним из приоритетных направлений. Вот качественные результаты научной деятельности, ну, это неисчерпаемый ресурс, который служит интересам огромного числа людей. Поэтому перед нами действительно стоит задача, ну, научиться использовать благо научных достижений в жизни обычных граждан. И чем быстрее мы научимся это делать, тем лучше будет для всех нас.